Я это украл, ну или позаимствовал у своего учителя. Она мне как-то это выдала и, по-моему, сама даже забыла. Прям у меня это зафиксировалось в голове, и я вот с вами делюсь. В таком сжатом контексте никто не дает. Это все размазывается на двухдневные тренинги, на корпоративные какие-то сессии, встречи. Конфликтология. Как разрешать конфликты? Это один из инструментов таких универсальных. Мы же там не с улицы, пацаны, чтобы драться там постоянно. Это приведет к тому, что там, где есть конфликт, он просто исчерпает сам себя. Всего есть 5 шагов. Как разговаривать или вести переписку, деловую переписку, деловые переговоры, как вести. И даже если ситуация конфликтная, конфликтов не будет. Первый шаг. Когда ты совершаешь определенный поступок, то есть очень важно принять ситуацию, да, то есть озвучить ее. Второй шаг. Ты говоришь, в этот момент я чувствую по отношению к себе неуважение, страх, боль и так далее. То есть я чувствую. Ты не обвиняешь человека, ты говоришь, что чувствуешь ты. Третий шаг. Ты говоришь, я прошу тебя в следующий раз не поступать так. В свою очередь, я обещаю тебе учитывать твои интересы тоже. И пятый шаг. Я благодарен тебе за то, что ты мне подсветил мои слабые стороны. И все. И вначале ты ведешь таким образом по этой структуре деловую переписку. Прям по шагам. И где-то на 7-8 письме, когда ты несколько итераций совершишь, ты будешь так разговаривать. И ты не будешь этого даже замечать. Поэтому вначале ты переписываешься, а потом ты уже так говоришь. Это можно делать в WhatsApp переписке, это можно будет имейлы отправлять, там, не знаю, в Битриксе писать. Особенно когда, знаете, раньше был такой прикол, когда озвучивают проблему и весь офис в копию ставят. Помните письма такие? И я так один раз ответил, я благодарен вам, я прошу вас, то есть, когда вы делаете вот это. Я прям по этой структуре пошел и опять же всем разослал. И все, и на этом наша война закончилась. Обычно велись вот эти войны неделями. Все поняли, что, ну, как бы конфликта нет. Хотя это был самый конфликтный отдел. Со мной вообще потом никто не воевал. Ну, невозможно, потому что. И каждый раз, когда ты ведешь деловую переписку в таком контексте, то конфликт исчерпывает сам себя. Мало того, ты человека грузишь, да? Ты сам понимаешь. Ты говоришь, я обещаю тебе в следующий раз так не делать. Сам тоже, да? Ты берешь на себя обязательства определенные. В следующий раз человек тоже понимает, что ты понимаешь его проблему, решаешь свою проблему и его тоже. И поэтому он будет с тобой сотрудничать. В работе нет ничего личного. Ты не обвиняешь человека, что он там некомпетентен. Здесь есть и озвучивание проблемы, в этом есть разрешение конфликта самого по себе. Есть благодарность, что очень основное. Человек, во-первых, себя не чувствует дураком, во-вторых, он чувствует благодарность за его бдительность. Ни один человек не упрекает другого, чтобы упрекнуть того в его некомпетентности. Очень часто, в 90% случаев, люди делают это из благих побуждений. А нам кажется, что нас там нам назят, нас хотят упрекнуть, там, в некомпетентности еще в чем-то поймать. А на самом деле конфликта нет. Все люди совершают свои поступки из позитивных намерений. По такой схеме идти, это нужно обладать очень высоким эмоциональным интеллектом. И это среднее звено топ-менеджеры и топ-менеджеры. Чаще всего они ведут переписку так, и таким же образом они и общаются. Если вы не замечали, пообщайтесь там с директорами крупных компаний, с HR-ами. Да? HR-ы те вообще, вот песни у них, а не слова. С ними невозможно в конфликт попасть. С нормальным HR-ом вы не сможете поругаться. Попробуйте как-нибудь для интереса. Невозможно вообще. Потому что они идут по этой структуре все.